хоть бы сбылось. Спасибо за праздник. Подарочки для именинницы. Желаю много веселья. Ух ты, билеты на концерт Blackpink? Как я и мечтала. Вы лучшие друзья на свете. Настало время отрываться по полной. Погнали. Не спорь, я старше. Тусовка в нашем доме? Разберемся. Что это ты здесь устроила, сестрица? Опять забыли про мой день рождения. Да, неловко. Есть идейка. Как тебе такой презент? Не очень-то привлекательно. Ешь его сам. С яблоком все в порядке, смотри. Вкусный и питательный фрукт. Фу, прямо закуска на Хэллоуин. Мне и на вас билетики подарили. Но знаете, они где-то потерялись. Обидно, конечно, но проучить их придется. Опс, счастливо оставаться, розовозубики. Мы все равно больше от BTS фанатеем. Надо бы загладить свою вину. О, придумал. Предлагаю сделать в комнате Мии Blackpink ремонт. Тематическая переделка ее порадует. За дело, братишка. Лишние глаза в этой затее нам не нужны. Думаю, если наклеить крест-накрест, никто сюда не сунется. Последний штрих за тобой. Готово. Давай построим тут шедевр, Майки. Представление было огонь. Не поняла, братцы решили подшутить? Вам конец, пранкеры. Уже вернулась? Объясняй. Тебя ждет клевый сюрприз. Хочешь заценить? Что вы учудили? Приглашаем в царство Blackpink. Та-дам! Нравится? Во имя Джису! Располагайся. Я будто в сказке, ребята. Старались ради сестры. У тебя ведь особенный день. Ничего себе перевоплощение! Вау, вы просто интерьерные волшебники! Скорее осматриваться. Класс! На гитаре тоже не забыли. Брынь-брынь. Именно такую я и хотела. Ого, сами смастерили? Да, мы все продумали. На следующий концерт с новым лайтстиком. Любой поклонник позавидует. Но как вы это построили? Главная задумка была моей. И плотник Майк на подхвате. С чего начнем переделку здешней милоты, напарник? Без униформы нам не обойтись. Каска для настроения. Наступает эра кей-поп идолов. Ради шикарного дизайна стоит избавиться от старья. Зачем мне столько вещей? Я любил тебя, Хьюго, хоть ты и вазон. Ложе на выход. И ты туда же, мебель. Уже почти похоже на приличную комнату. Ой, пропустили пару безделушек. За работу. Кстати, есть одна занятная мыслишка. Скоро вернусь. Впереди тяжелый труд. Сейчас проведем Blackpink эксперимент. Майк Вундеркинд подготовился заранее. Реновация будет бомбезной. Надеюсь, Дэн не снимал головной убор. Подождем эффекта. Интересно, сработало? Вау, даже я не ожидал настолько удачного результата. Похоже, кое-кто в шоке. Фух. А ты, оказывается, встал на пути искусства. Страшно, но действенно. Видел бы ты свое лицо. А вот декор надо закончить. Почему бы мне не похвастаться собственными талантами? Правильно, я тоже порисую. Розовым на розовом, умник. Доверь эту задачу мне. Твой брат – человек с тонкой душевной организацией, запомни. Я могу и маленькую вкусняшку превратить в творчество. Тем более, что наша Мия очень любит клубничное мороженое, правда? А Гастина с деликатесом ей приглянется. Добавим еще авторских граффити. Меня переполняет вдохновение. Крутой получится интерьер. О, любопытная штуковина. Бум-бум. Майк, повесим мой Дэн Модерн. Ну, ладно, но сначала улучшим его. Аккуратнее с картиной. Итак, вырезав нужный текст, мы подготовили трафарет. Приклеиваем его к холсту по углам с помощью скотча. Зафиксировали. Теперь в игру вступает клей. Окунаем валик и обильно покрываем клеем каждую буквочку нашего трафарета. Засыпаем надпись черными и розовыми блесточками, не пропуская ни сантиметра. Наносим немного лака. Подделка супер, братан! Поднимем произведение. Лишнее отпало с трафаретом. Отправляйся на стенку. Идеально подходит. Не хватает рамочки. Зато я прихватил ленту, что нас выручит. Быстро соображаешь, Дэнни. Прикреплю скотч по периметру. Просто и стильно. Что бы еще изготовить? Знаю. Ты думаешь о том же, что и я? Нет, просвети. Он круглый и с ножками. Гениально. Погнали искать материалы. Вроде никого. Нашел инструмент.
Обшарил весь гараж. Папа будет не в восторге. Смотри в оба. Толкай шину сюда, юный преступник. Еще секунду и точно бы попались. Что ж, делаем столик. Жди, я мигом. Снова криминальная идейка. Где его носит? Вуаля! Заделаем дыру фанерой. Хитро. Начертим круг подходящего размера циркулем. Остается лишь вырезать его. Покрасим в черный. Читаешь мои мысли. Твори, художник. Элегантная столешница. Девчонки любят пушистое. Завернем брутальную резину. Держу. Помоги намотать ткань. Закрепляй строительным степлером. Переворачиваем окрашенный лист фанеры, покрываем его клеем и кладем на мохнатый пончик. Вау, колесо получило новую жизнь. Мы молодцы. Ой, куда же он без ножек? Пойдем прикрутим. Отличное местечко. Лайтстик в подарок. И пусть Мия любуется своими дорогими братьями. А вот и роскошная кроватка для нашей Блэкпинк принцессы. Ближе к стенке, Дэн. Эй, брателла, я похож на рок-звезду. Ударим по струнам. Следи за мастер-классом, артист. Руки прочь, нахал. Нет! Мия берегла ее, как зеницу ока. Апокалипсис! Братьям-строителям крышка! Такой ужасный вопль. Наверное, просто показалось. Накосячили мы знатно. Зацени кадра, Майк. Пс, кое-что эксклюзивное интересует. Святые BTS-ики. Гитара улет. Она решит нашу проблему. Конечно, покупаем. Называй любую сумму. Убери свои бумажки. Чего же ты хочешь? Блэкпинк денег. Сейчас. Завалялись в кармане. Прошу. Ух ты, с тобой приятно иметь дело. Забирайте. Мы выкрутились. Повесим гитару возле нашей живописи, чтоб сияло на всю комнату. Давай пять, напарник. Продолжим ремонт. Только не трогай его пальцами. Опускаем. Красотища. Самое время декорировать. Бусины в студию, чувак. Мия сразу влюбится в эти маленькие жемчужины. Неплохо, да? Дополним зеркало светодиодной лентой. И пухом, чтобы создать невесомые облачка. Приказываю держаться крепко. Убедимся, что лента нигде не вздулась. Ого, кажется, на зеркале сгущаются тучки. Эх, сестричка поразится. Повезло же ей с нами. К тому же я подготовил еще одну фишку. Да ты мегамозг дизайна! Решил подчеркнуть наш шедевр. Сразу видно, что работали профи. И не говори. И финальный штрих – мрачное креслице. Тяжеловатый фрукт. Стоп, Дэнни, можно подвешивать. Здорово. Я догадываюсь, как сделать яблоко более правдоподобным. Показывай. Почти что натуральный листик. Клеим сюда. Стало веселей. Кто-то потерял свои крылья. Как они тут оказались? Украсим ими надпись. Без проблем. Снизу будет загадочнее. Они чудесно вписались в наш Blackpink стиль. Трону нужна подсветка. Она подарит Мии уют и комфорт. Значит, беремся за дело, бригадир Майк. Выкладываем легкими волнами. И в уголках тоже. Замечательно. Мы постарались на славу. Спасибо вам за Blackpink дворец. Рада, что тебе нравится. В какой карман я его бросила? Посмотрим. Важный вызов. Как настроение, Мия? Скучала. Мой кузен. Не понял. Главное твое счастье. Ты уже взрослая и поступила в колледж. Теперь будешь жить со мной. Слыхали? Ну и заживем мы с ним. Ешь, ешь, Ви. Тебе нужно много энергии, чтобы давать такие грандиозные концерты. Фы, меня сейчас тошнит. Отдыхай, набирайся сил. Отлично, Лео ушел. Пора приводить мой план в действие. Ну вот, так намного лучше. Лео будет в восторге. Неужели ты перешел на мою сторону, братишка? Что? О, нет! Где мой Ви? Забирай свою бездарную дамочку. Ха-ха-ха! Тебя так просто обмануть! Ви, ты здесь! Я не узнал тебя!
Прости меня, дружище. Обещаю, этого больше никогда не повторится. Кажется, Лео уснул. Время для следующего пранка. Спит? Точно спит. Итак, почти готово. Спокойной ночи, братишка. Ах, мне снился сон, будто бы BTS оставили на моих руках свой автограф. Подождите-ка. Это еще что такое? Black Pink. Все понятно. Ай! Лео знает, что любимая музыка способствует лучшему расслаблению. Я люблю этот мир за то, что в нем есть BTS. Ах, они великолепны. Пора слушать мои любимые песни. Я спокоен. Что это за жуткие звуки? Откуда здесь песни Blackpink? Где мои BTS? Это пранк от Мии? Ну все, сестренка, я тебе этого не забуду. Что ж, похоже, медитация Лео пошла слегка не по плану. Где же он? Я точно помню, что оставлял его здесь. Странно, его нигде нет. Мия, ты не видела мой светящийся шар? Не представляю, о чем ты говоришь. Все ясно. Кажется, поверил. Лео! Добро пожаловать в камеру пыток, сестренка! Помогите! Что ж, начнем, пожалуй, с тяжелой артиллерии. Как раз то, что нужно. Нет, прошу, только не значок BTS. Сними его с меня. Все равно ты не получишь свой шарик. Хм. А Лео серьезно подготовился. Как тебе новый клип BTS? Отдавай мой шар. Фанаты Blackpink так просто не сдаются. Ах так. Ну, держись. Эй, Мия, смотри, что у меня есть. Что ты собираешься сделать? Попрощайся со своим новым плакатом. Нет! Стой! Я сдаюсь. Мой шарик. Фух, это было уже слишком. Эй, подожди! А как же я? Добрый день. Здравствуйте, я принес свой личный эскиз. Кто бы сомневался. Бейте вот здесь, пожалуйста. Конечно. Готовы? Приступим. Расслабьтесь. Люблю тату, но не люблю иголки. Готово. Что? Нет! Что вы наделали? Сюрприз! Запомни, Лео, с такой сестричкой нужно быть всегда начеку. Где же она? Мия, наконец-то ты здесь. Возьмешь мне билет на концерт BTS? Вот ваш билет. Следующий. Два билета на Blackpink, пожалуйста. Вот, держите. Спасибо, супер! Лео будет очень рад. Угадай, в какой руке? В правой. Та-дам! Давай скорее мой билет. Лео, Лео, никогда не доверяй фанату другой группы покупать билеты на концерт. Мне нужно еще одно селфи. Ой, кто-то звонит. Джису? Глазам своим не верю. Неужели это ты? Я тебя просто обожаю! Ты лучшая!
Сюрприз! Лео, это жестоко! Привет, братик! В знак нашего примирения я приготовила для тебя сюрприз. Правда? Хорошо, я готов. Я тебя держу. Не бойся. Почти пришли. Стой здесь. Какой же ты наивный. Сбылся мой самый жуткий ночной кошмар. О, нет! Помогите! Выпустите меня отсюда! Меня кто-нибудь слышит? Мия! Умоляю, выпусти меня! Да уж, этот сюрприз Лео точно надолго запомнит. Нет, мне не нравится. Лео, помоги мне! Только не это! Хм, есть идея. Конечно, сестричка! Я знаю, что освежит твои фото. Вот тебе. Перестань! Не догонишь. В честь твоего дня рождения предлагаю сделать перерыв в нашей фанатской войне. Договорились. Вот наш столик. Что это за место? Это мое любимое кафе. С днем рождения! Что? Блэкпинк? Как ты могла? Все для тебя, братишка. А вот и твой тортик. С днем рождения поздравляем! Счастья, радости желаем! Где мои BTS? Я ухожу! Похоже, такого подвоха Лео от Мии точно не ожидал. Да, я звезда. Ла-ла-ла! Ух! Все, хватит. Я устала. Пора отдохнуть. Какие же вы крутые, мои любимые девчонки из Blackpink. Мия спит. Вот это мне повезло. Моя очередь смеяться, сестренка. Уверен, твои друзья из Blackpink фан-клуба это оценят. Так, улыбочку, мисс. Сейчас будет весело. Да что там случилось? О, нет! Кто это сделал? Это все ты, противный мальчишка! Хм, пожалуй, закажу свое любимое Blackpink пирожное. Официант? Да. Принесите мне ваше фирменное пирожное. Одну минутку. Ваш заказ. Приятного аппетита. Ура! Это мое маленькое клубничное счастье. Ой, что это? Откуда здесь этот ужасный значок? Официант! Ха, попалась! Смотри, Лео, у меня чашка с Blackpink. У меня новый значок. Чашка, это банально. Как ты смеешь? Ой, кажется, это я зря. Моя чашка круче какого-то значка. Я тебе это сейчас докажу. Стой! Теперь попробуй достать свою безделушку. Что же делать? Я не могу прикасаться к чашке с таким фото. Попробую достать значок карандашами. Ну, сестренка, да начнется битва! Собираясь на концерт любимой группы, Мия всегда тщательно подбирает свой образ. Ведь что, если девчонки из Blackpink заметят ее в толпе фанатов? Все должно быть идеально. Мне нужны другие серьги. Ну,
Но если твой брат поклонник BTS, он сделает все, чтобы испортить твой вечер. Все готово. Что с моими вещами? Это именно то, что мне нужно. Wow. Класс! Странно, кажется, все пошло слегка не по плану. Да, такого Лео точно не ожидал. Так, я почти готов. О нет, концерт через полчаса. Мне пора одеваться и выходить. Не так быстро, Лео. Этот концерт BTS ты никогда не забудешь. Ой, кажется, он уже идет. Отлично, все готово. Хорошие пранки должны быть действительно масштабными. Ой, я уже опаздываю. Странно. Наверное, я что-то перепутал. Неужели это не сон? Я иду на концерт BTS. У-ля-ля. Да, я на месте. Подождите-ка, а где все? Концерт закончился час назад. Ты опоздал, парень. Но этого не может быть. Ах, бедный Лео. Любой фанат знает, как испугать своего противника. Привет, Лео! О, ужас! Спасите! Это было легко! Спокойной ночи, малыш! Да, такая шутка запомнится надолго. Фотосессия в стиле Blackpink требовала серьезной подготовки. Я знаю, как сделать фото еще красивее. О нет, мои крылья! Стойте! Ах, ты противный BTS-фанатик! Что вы делаете? Перестаньте же меня фотографировать! Хотите взглянуть на фото? Он все испортил. Ну, Лео, держись. Опять она в футболке с кумиром. Терпеть не могу этих Blackpink. Но я придумал кое-что веселое. Привет, Мия. Наконец-то. Надеюсь, мой план сработает. Классная футболка. Спасибо. Что? Моя футболка испорчена. Лео, куда он делся? Наивная Мия. Никогда не стоит доверять поклоннику другой группы. Ля-ля-ля. Да-да, я слушаю. Надоел. Есть. Мой план сработал. Пора приниматься за дело. Мия точно оценит мои старания. Ух, похоже, Лео задумал что-то грандиозное. Ну вот, так-то лучше. Теперь наша комната выглядит превосходно. У меня для тебя есть сюрприз. Готова? Смотри. Что? Это же настоящий кошмар для фаната Blackpink. Немедленно убери свои плакаты. Я тебе это еще припомню. Плохие комментарии под клипом любимой группы могут расстроить любого фаната. И как он может такое писать? Эх, если бы Мия только знала.
новый комментарий. Это все неправда. Блэкпинк лучшие. Каждый фанат мечтает встретить своего кумира однажды. Я точно знаю, что встречу ребят из BTS. Ви! Я здесь, Ви! Я твой самый большой поклонник! Лео! Прощай, Мэри. Ви! Я здесь! Попался! Пока-пока! Ох уж это Мия! Ой, Мэри! Сегодня я собираюсь сделать тату. Вот здесь. Это очень круто. Ой, это мастер. Алло. Ничего, Мия, я знаю, как сделать твое тату еще круче. Надеюсь, мой план сработает. Через 20 минут буду. Ну все, я готова. Пора. Пожелай мне удачи. Да-да, удачи. Привет, а вот и я. Я хочу сделать особенное тату. У меня есть эскиз. Вот, держите. Отличный выбор. Где будем бить? Вот здесь. Поехали. Держись, Мия. Ты сможешь. Это же ради твоих любимых девчонок. Все готово. Спасибо. Пока. Ну что, сделала? Показывай. Да-да, мне самой интересно. Ну же. Что? Ну как такое могло произойти? Лео, это твоих рук дело? Беги, Лео, беги. Лео, бывает трудно оторваться от нового клипа любимых BTS. Но берегись, парень. Твоя сестра с удовольствием воспользуется твоей невнимательностью. Что? Что это? Где я? Это чья-то злая шутка. Хорошего дня, братишка. За что ты так со мной? Блэкпинк талантливее. Неправда. Противный мальчишка. Противная девчонка. Ой, что это было? Это не моя кровать. Что здесь произошло? Парни из BTS, они повсюду. Подождите. Помогите. Это был всего лишь жуткий ночной кошмар.